Здравствуйте, друзья! Коротенькое видео о том, как я победил ручку запуска на сервомоторе для швейных машинок, которую я подключил к своему станку. Как вы помните, ранее здесь была такая лабудень, которую нужно было крутить, чтобы хоть как-то запустить. И очень много нужно было ее крутить для того, чтобы поменялись обороты, чтобы выключить. То есть это было не быстро. Все очень много времени занимало, было совершенно неудобно. Сейчас я поставил вот такую штуковину, то есть решил я эту проблему свою все-таки механическим путем. Не стал я ничего там разбирать, ковыряться в электронике, ставить какие-то еще, мне там советовали, потенциометры, еще чего-то в этом. Я все равно ничего не понимаю. Штука, значит, вот такая. Эта ручка от слайсера. Происходит работа следующим образом. Она крутится еще дальше, но уже у мотора максимальные обороты 4000. Здесь вот так.